Всем привет! Если вы заработались и еще не успели украсить дом к Новому году, еще есть время. Причем не обязательно ставить елку для создания новогоднего настроения, достаточно гирлянды. Некоторые из них подходят и для улицы. В канун Нового года всевозможные сайты предлагают гирлянды по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Для домашней елки, подсветки дверей и окон внутри дома подойдет обычная интерьерная гирлянда. Но ее нельзя будет использовать на улице из-за влаги, проводка может выйти из строя. Не исключается и короткое замыкание. Новогодняя гирлянда должна быть в 3 раза больше высоты праздничного дерева. Если высота елки 1 метр, значит потребуется 3 метра гирлянды. Еще один важный момент. Расстояние от крайней лампочки до вилки. Оно должно быть не менее 1,5 метра, чтобы можно было спокойно подключить гирлянду к сети. На сайте Wildberries уличную гирлянду можно купить за 1299 рублей. Ее прежняя цена 8660 рублей. Светодиодная гирлянда бахрома имеет режим флеш-мерцания. Яркие светодиоды расположены на свисающих белых нитях в форме сосулек 30-60 см. Мерцает один светодиод на каждой нити. Гирлянда подходит как для помещения, так и для улицы. Длина провода от 6 до 12 метров. Кабель ПВХ. Цвет кабеля белый. Гирлянду можно соединить в одну цепь с другими такими же гирляндами. На сайте Озон уличную гирлянду сейчас можно приобрести за 985 рублей. Раньше она стоила 3200 рублей. Питание от сети 220 вольт, длина 50 метров, на катушке. Цвет огоньков желтый, синий или зеленый. 8 режимов свечения. Подходит для эксплуатации на улице. Гирляндой можно обмотать дерево или столб. На сайте Яндекс.Маркет светодиодную гирлянду предлагают со скидкой в 64% за 1240 рублей. Имеет высокую степень пыли и влагозащиты, питание от сети, длина 1,20 м, цвет желтый. На сайте ДНС новогоднюю гирлянду «Холодный дождь» можно купить за 2299 рублей. Один режим работы – постоянное свечение, размер 1,5 метра, 20 нитей, питание от сети. На сайте CityLink новогоднюю гирлянду можно приобрести со скидкой в 25% за 990 рублей. Цвет холодный белый, свет с динамикой, 8 режимов свечения. Длина гирлянды 3 метра, подходит для елки высотой 90 сантиметров. Гирлянды бывают разных форм. Если вы планируете создать небольшие декоративные светящиеся композиции, присмотритесь к гирляндам «Нить роса». Они не требуют подключения к сети, и вы можете расположить их там, где вам удобно. Занавес. Такая конструкция состоит из горизонтального провода, от которого идут длинные вертикальные нити. Такими гирляндами чаще всего украшают окно с внутренней стороны. Эффектно занавес будет смотреться в дверном проеме. Бахрома – это горизонтальный провод, от которого идут вертикальные нити разной длины. Подходит для украшения окон, арок, дверных проемов. Разновидность бахромы – гирлянда с декоративными элементами в виде сосулек, снежинок или звездочек на концах нитей. Присоединяемые элементы имеют разную длину или вытянутую форму сосулек. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.